Первый медицинский центр СМ-клиника в Рязани открылся в начале осени 2018 года. 8 сентября отметили день рождения клиники. Секрет успеха СМ-клиника – про здоровье и комфорт пациента превыше всего. Для Рязани это был новый проект, и мы очень рады, что этот проект успешно себя реализовал. На настоящий момент в клинике ведут прием врачи более чем по 30 специальностям. У нас работает лаборатория, работает рентген, прекрасные УЗИ, аппараты и УЗИ-диагносты. И я надеюсь, что мы для жителей Рязани и Рязанской области будем одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений, где смогут получить первичную медико-санитарную помощь жители не только Рязани, но и Рязанской области. В июле 2019 года в СМ-клиника запустили еще один масштабный проект под названием «Московский врач», который открывает перед рязанскими пациентами уникальные возможности. По данному проекту к нам приезжают ведущие специалисты холдинга, доктора и кандидаты медицинских наук и принимают рязанских пациентов. И мы очень благодарны, что, во-первых, не только жители могут получить качественную медицинскую помощь, но и наши рязанские специалисты могут, совместно ведя прием с московскими специалистами, повышать свои образовательные навыки и умения. Как и все клиники федеральной сети, медицинский центр СМ-клиника в Рязани отличается высокой технологической оснащенностью и широкими возможностями для пациентов. Здесь ведут прием более 70 врачей различных специальностей. В наших клиниках люди получают комплексную помощь, и им не нужно никуда бегать. То есть практически с любым заболеванием, с каким человек к нам придет, мы вылечим его здесь. Не будем гонять его там по всему городу, что рентген туда сходить, сделать анализы, там сдать и так далее. Это вполне в наших силах. В этот год у нас мы планируем расширить наши услуги в стационаре. Мы планируем увеличить количество хирургии, так скажем, в нашей деятельности, количество операций, расширить работу детского отделения. Центр находится по адресу Рязань, улица Васильевская, строение 3. Режим работы с 8 до 21 часа без праздников и выходных. Дина Исляева, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».